торрент-трекер The Pirate Bay занимается майнингом Monero через компьютеры пользователей. Как сообщает NewsBTC, 16 сентября многие пользователи сайта столкнулись с перегрузкой своих процессоров при посещении торрент-трекера. Выяснилось, что создатели The Pirate Bay тестировали вшитый в сайт скрипт. Строки кода JavaScript, позволяющего использовать мощности процессоров пользователей для добычи криптовалюты Monero, были вписаны в нижний колонтитул трекера. По заявлению самих представителей The Pirate Bay, таким образом они тестировали альтернативу заработку на рекламе, и скрипт был расположен на сайте в течение суток.